Ева Лонгория, которая в скором времени в третий раз выйдет замуж, заявила, что не собирается заводить детей. В интервью одному изданию актриса рассказала, что считает свою жизнь и без того полной. И очень счастлива, что у ее избранника, медиамагната Хосе Антонио Бастона, уже есть трое детей от предыдущих браков. В Москве состоялась премьера фильма «Голоса большой страны». Романтическую комедию зрителям представили исполнители главных ролей, участники популярного шоу «Голос». На широкие экраны картина выйдет 7 января. Евгений Цыганов в этом году стал не только Человеком года по версии GQ, но и одним из лауреатов премии правительства Российской Федерации за роль в сериале «Оттепель». Награды также удостоена актриса Виктория Исакова и режиссер многосерийной картины Валерий Тодоровский. Британский актер Эдди Редмейн готовится впервые стать отцом. Его жена Ханна Бэкшоу беременна. По признанию самого актера, 2015 стал для него особенным. В феврале Редмейн получил свой первый «Оскар» за работу в картине «Вселенная Стивена Хокинга». А теперь еще и узнал, что скоро станет папой. Действительно счастливый год. Яна Сергеенко сделала всем поклонницам своего таланта прекрасный подарок к наступающим праздникам. Дизайнер представила капсульную коллекцию, в которой новогодняя эстетика тесно переплетена с темой коммунальной квартиры. Принты с изображением конфетти и новогодних игрушек никого не оставят равнодушным.